Привет, меня зовут Рубен Топкарян, и это второй уровень обучения губной гармонике. Начнем с домашнего задания. Сегодня мы научимся играть еще одну несложную мелодию «Twinkle, twinkle, little star». Давайте вспомним, чему мы научились на втором уровне. Мы изучали с вами, что такое акцент. Играли ударные и безударные ноты. Играли на 3 и на 4. Начинали играть с ударной ноты и с безударной ноты. Изучали движение мелодии вверх и вниз, а также что происходит, когда две ноты повторяются. Брали ноты мягко и резко-отрывисто. На третьем этапе мы продолжим наше обучение, будем изучать те же самые вещи более подробно, новые вещи. Начнем знакомиться с музыкальной терминологией. На занятиях третьего уровня я буду использовать следующие предметы. Как всегда, основной инструмент – губная гармоника в тональности до мажор. Также мы начнем использование шейкера. Удобнее всего использовать яйцо шейкер. Казун – это инструмент, который, в общем-то, просто усиливает наш голос и немножко изменяет его звучание. В казу вы просто гудите. Также мы воспользуемся органом для улучшения звука. Еще нам понадобится метроном. Метроном вы можете скачать в виде приложения на телефон. Если вдруг у вас не будет органа, ничего страшного. Это просто дополнительный инструмент. Шейкер я бы очень рекомендовал вам приобрести, потому что при помощи шейкера вы гораздо более четко сможете почувствовать ритм. Можете сделать шейкер самостоятельно. Допустим, взять пластмассовую коробку от Kinder Surprise, насыпать туда какую-нибудь крупу. Вот, готов шейкер. Отсутствие казу сможете заменить своим собственным голосом. С вами был Рубен Топкарян. Увидимся на третьем уровне.